Как побороть страх переключения передач? Боюсь, что включу не ту, из-за этого смотрю на коробку. Здесь вам нужно поупражняться для начала, когда автомобиль стоит. Потому что, когда вы едете в движение, ваше внимание распределяется на много-много точек. Вам нужно смотреть на дорогу, вам нужно смотреть в зеркала, вам нужно думать о том, куда вы едете, что вас ждет издалека. То есть вы же смотрите другие ролики, правильно? И все эти ролики, вся эта информация, она в голове перемешивается. А так как автоматических движений управления автомобилем еще нет и быть не может, соответственно, вы не знаете, куда смотреть, вы ничего не успеваете. Поэтому нужно правую руку научить, если у вас, конечно, руль с левой стороны, вы переключаетесь правой рукой. Ее нужно до автоматизма научить. Что для этого нужно делать? Во-первых, посмотреть видеоролик отдельный у меня на канале, он так и называется, как правильно переключать передачи. Вот. Есть второй ролик, зачем мы это делать и по каким параметрам, но вот вам в данном вашем случае нужно посмотреть именно первый, как правильно переключать передачи. И как раз там я говорю про упражнение, сейчас я его напомню. То есть вы садитесь в автомобиль, можете его завести, выжать сцепление. У вас в голове должна быть четкая схема переключения именно вашей коробки. Она плюс-минус стандартная, да? Коробка может быть 4-ступенчатая, 5, 6 и так далее. Посмотрев данный ролик, чтобы я там на практических примерах это показываю, как делать, сейчас у меня тут такой возможности нет, да, вы смотрите на дорогу и имитируете какую-то ситуацию. Вы переключаете там с первой по пятую, вот, потом с пятой по первую и так несколько раз. И самое главное, вы не смотрите на коробку переключения передач. Вы все это время смотрите вдаль, смотрите иногда по зеркалам. Вы как будто имитируете движение, как вы едете в движении. То есть вы стараетесь смотреть на дорогу. Самое главное, когда вы смотрите на коробку переключения передач, если вы себя не будете обманывать, вы не будете понимать, какая у вас передача. Вот посмотрите на коробку. У вас есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Все четные, как правило, снизу. А все нечетные сверху. Ну вот, например, вы на нее посмотрели. Ну, увидели, что у вас она где-то впереди. Рычаг переключения передач, кулиса, она впереди. Ну и что? У вас же не написано на кулисе, какая именно передача стоит. Может быть, это первая, может быть, третья, может быть, пятая. Поэтому смысл на нее смотреть. Вам нужно учиться делать это рукой. Поэтому этот ролик, пожалуйста, посмотрите, все поймете и тренируйтесь таким образом. А потом уже, когда у вас правая рука на автомате начнет это делать, пожалуйста, применяйте это на практике.